Так, шахматный камбэк. Давай H3. Ники, давай H3. Нет, ну это тухленько. H3 надо. Сходи-то H3. Нет, смотри, какая идея. Ну так мы же ничего не делаем. Мы тупо топчемся на месте. Меняемся. Спрятались. D4. 4, какая пара 4 даю. Не, Надо кстати, может идти. был ладья B1 пойти. Как все это держать после там какой-нибудь ферзь C7, ладья C8? А, ну да, спрятаться короля я забыл. Есть такая функция. А, кстати, знакомый какой-то соперник, по-моему, с ним мы играли уже. Он был героем наших роликов. Может быть. Так мы еще продолжаем портить, или мы уже в шахматы играем? Да, я так играю в шахматы, что выглядит как будто порчу. Да. Я всегда это знал. Да нет, я просто делал ходы, которые не навязывают конфликт. Я пацифист. Надо H4. было. Нужно не дать H4, наверное. Смотри, какой маневр. Сильно. Конь в итоге на c5 пойдет в этом идее. Так, секундочку. Так, Кирилл, там пришли люди в белых халатах. Потому что давно, давно не бывал в этой зрители, мой напарник. Ну, я так думаю, по крайней мере. Хотя, может быть, бывал. Слон b3. Король f2, ладья c1. c5. В домофон здесь ломится. Ну чё, как Я, ну, успехи? кто бы мог поверить, что после вот такой позиции, через каких-то 15 ходов, получилась вот такая. Мат, ты будешь давать? Нет, у меня шикарные блокадные кони. Теперь мне надо поставить по центру ладьи, постепенно подготовить прорыв e4, d5. Кони, конечно, да. Хитрые. И сильные. Надо быть очень аккуратным с ходом e4, потому что конь на f4 пойдет. Ладно, пока сделаю поэтому ничего не значащий ход. Возьму. Никит, мне опять нужно отойти будет сейчас. Ты сможешь Ну один? я ничего не говорю, когда ты отходишь. Почему? Я не умею. Ты Что силен. делать? Подскажи мне. D5. D5 нельзя. Почему? Так ладно. C3. Сейчас хочу ладья H1, H4 как-то сбоку зайти. У него король прослаблен. Никита, все, отошел прям. Я прям вернусь через минуту, через две. В общем, Кирилл не хочет поддержать напарника в трудную минуту. Потом напарник терпит бесславное поражение. Что делать, я не пойму. Ферзь c3 как-то. Ну, аж спекулировать ходом h4, чтобы создать лишнюю слабость. Потом надо поменять ферзей и короля, видимо, на c3 переставить. Ну, нет. А давай даже g3. Возьму. Теперь хочу h4. Придется фигуру убирать. Тяну вторую на g1. Король ушел, h4. Такой план. Да, прорвались. Ну, у белых теперь перевес, конечно. За счет того, что конь намного сильнее слона. Это маловато времени. И еще наш соперник играет очень хорошо, кстати. Несмотря на то, что он не воспользовался плохо разыгранным дебютом, после этого вполне себе убедителен. Кстати, ладья g5 грозит, потому что в конце вилка на e6. Мне кажется, можно наносить. Или ферзь g5. Или конь d6 вообще. От конь d6 может быть проще выигрывать. Потому что времени мало, я не был уверен в том, что успею выиграть эндшпиль с 20 секундами. С ферзями доски должна быть чуть попроще. Тоже не очевидно. Король h7.
Да, на самом деле. Непонятно. D5 как-то приходится играть. Ну, надо стабилизировать ситуацию, а потом попытаться ферзя перевести на линию H и просто дать линейный мат. Не одеваться, не одеваться. Хочешь голый, иди там Вроде попробуй. некоторые шансы есть. Соперник видит, находит ничего лучше, чем сдать материал. Король f4. Кажется, король спрятался от всех шахов. Теперь на слон e6 просто. А, ну понятно. Ну вот.